Отличный спортивный комплекс, бассейн. Что поразило сразу, это информационное табло. В наши годы это не было даже в городе, а сейчас в Новой Малыкле бассейн с информационным секундомером и табло. Приятно тренироваться, приятно, наверное, соревноваться. В мои годы такого не было. Один из самых знаменитых ульяновских пловцов Сергей Прохоров знает, о чем говорит. В Новую Малыклу он приехал на открытие нового ФОКа «Факел». Вместе с ведущими пловцами региона он провел здесь мастер-класс для первых посетителей бассейна. Кроме бассейна, своими масштабами поражает спортивный зал для игр. Здесь вполне могут провести тренировки бадминтонисты, футболисты, волейболисты и, конечно, баскетболисты. Чемпионы Новомалыклинского района среди школьных команд, девичья сборная Новочеремшанской школы, первая опробовала паркет. Именно этот зал в этом ФОКе мне нравится, то, что он очень просторный, очень шикарное покрытие, очень удобно, кольца, щиты, все хорошо, все очень нравится. Кроме большого зала для игровых видов спорта и бассейна, в комплекс вошли тренажерный зал, восстановительный центр сауны и зал для борьбы. В целом новый ФОК обошелся государству почти в 140 миллионов рублей. 100 миллионов из них выделил областной бюджет. Здесь будет кипеть ежедневная, насыщенная, интересная спортивная работа, так как действительно Новомалыклинский район отличается такой целеустремленностью, есть определенные результаты. И вот благодаря появлению нового ФОКа, я думаю, эти результаты только улучшатся. Около 1000 посетителей в день. Такова пропускная способность ФОКа «Факел». Кроме того, здесь планируется открыть несколько новых отделений местной спортивной школы по плаванию, мини-футболу, силовому троеборью и борьбе. Кроме того, в «Факеле» расположится региональный центр тестирования физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».